I cannot see it. And I told her, I cannot see you. Aha! Yeah. Talk to me. Just having this beautiful warm weather now in Moscow, I think it brightened up. Everybody's there. You see everybody smiling a lot, laughing a lot. So, you know, it gives you energy. We always feed off the fans' energy. We always love when they pack the arena. So we'll be glad to see them. We hope that they do come out to support. Такой разговор, что тренер видел, что мы как будто немножко замкнуты в себе, наверное, и где-то, наверное, принимаем неправильные решения. Даже бывает, что вот находились открытые броски, просто, видимо, лишний раз думали о чем-то другом, либо как отдать, либо еще что-то, и просто не забивали их, хотя должны были попадать. И во второй половине он сказал, чтобы мы разгрузили, так скажем, голову и уже просто играли в свой баскетбол. Сложно для нас этот период, когда потеряли Каспера и когда проиграли несколько игр. Но в раздевалке мы поговорили об этом, сказали, что нельзя думать. Только проявить, кто мы. Это игроки показали в третьей и четвертой четверти. Они показали, кто они. Второй половине как-то более свободно вышли на площадку и уже от нашей хорошей защиты, которую мы хотели показать, и что у нас получилось сделать против лидеров Локомотива, и уже от защиты, думаю, наше нападение заиграло по-другому. Очень довольны, потому что показали свой баскетбол. Показали, что можем защищаться агрессивно, что можем контролировать подбор и чтобы в нападении были смелые решения. Confident player. I mean, I felt like I haven't played my best that I know I can play. You know, I normally I make a lot of those shots that I've been missing. So it's gonna come around, and I feel like it's gonna come around at the right time during the playoffs. So just waiting patiently for that time. But playoffs coming, and this is a good preparation for that.
сегодня мы как раз хотели реабилитироваться перед болельщиками, перед всеми, что команда может играть по-другому и показывать свой лучший баскетбол. Я хочу поблагодарить наших фанатов, потому что и когда были сложные времена для нас, они поддерживали, громко поддерживали нас, и мы чувствовали эту поддержку. Игроки сами показали в концу игры, как благодарны им. Я надеюсь, что в плей-офф будет полный зал. Это будет большая помощь для наших игроков. Давай туда подарим. Всем болельщикам туда вот так. Иди дари. Спасибо.